на аудиокамеру. Что за город? Не видно из-за этого. Сейчас должна выйти электричка. Так. Так, что за город? Не узнаем. Я думаю, электричка. Кабардино-Балкария. Что?
четвертый час или третий. Без четверти три. Четыре. А то больно часто. А по настроению пожелаю. И что не хочется. Ложишься в один. Когда дома работали. Есть такая радость. Еще к северу. Ну, с этим все. Ну, может,
что-то ремонтируют, какие-то там что отвалило. Посмотрим, сколько лет стоит. Я что ли? Нет, не так. Давно она где-то.
столько же надо было вот этих рельс делать, да? Да. У меня парень, когда я был ректором, учился на курсах, парень приехал с этого, как его, Байкало-Амурска, по магистрали. Я говорю, ну что там это, как комсомольцы? Он говорит, какие к черту комсомольцы? Там солдаты и заключенные. Зэки и солдаты. Он говорит, ну много же делается, говорит, трассу, говорит, а вот так доводишь, говорит, вот до этого места, говорит, все. А оттуда уже строят военные. Встречают здесь шлагбаум, все, эти бросают сейчас, ну как, зэки. А оттуда строительные, так, специальные войска, там уже подведено. Подцепляются, то есть шлагбаум стоит. Говорит, оттуда много везде понастроили, к этой дороге все старались потом выйти. Я не ездил по железной дороге от Хабаровска до Москвы. Бам, так называемый. А наш потом еще где-то добавляли рабочих? А полностью соединили с Дальним Востоком. Я что-то они поговаривают куда-то туда, за Магадан дорогу, только не понял, какую автомобиль. Железную дорогу уже до Якутска, до Якутска проложили. Дорога уже есть. Она уже эксплуатируется в грузовом варианте. Уже грузовые поезда ходят. Оно должны были еще в том году, в конце прошлого года, запустить пробный пассажирский поезд. Не знаю, запустили или нет, но дорога до Якутска проложена. До Магадана еще конь не валялся. А там до Магадана две, от Якутска 2200, по-моему. Но там еще, не знаю, должны, что такое, с Магаданом связь только по воздуху, с Якутском связь только по воздуху. Шофер один говорил, там где-то какую-то дорогу делали, он говорит, еще говорит, как дорога, он говорит, ну по сравнению, по которой мы тут ездили, это говорит... Это Лена, трасса Лена, да, до Якутска. Это грузовик, ну, машина. Да, 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 сделали. Я говорю, там процентов 10 по трассе Лена, просто отличная дорога, автобан отдыхает. Ровненькая, гладкая, значит, с отбойниками, разметка, все есть. По две полосы в каждую сторону, вот, процентов 70, наверное, ну так, временами асфальт, временами щебенка, ну, ехать можно, без проблем, ну, процентов, может быть, 1-2%, там идет колдобина есть, там еще, ну, это было, говорю, в мае прошлого года. А сейчас... Туда, наверное, нельзя делать асфальт, там же холод. Почему? Рвать не будет? Нет, а этот, от Читы до Хабаровска тоже на вечной бесплате. То, что там вот в интернете разная информация, что до Лены, до Якутска нельзя проехать, чепуха это все. А я так с ребятами разговаривал, так они говорят, и до Магадана не проблема доехать. Казинку. Я там не знаю, брать не буду. Я был в мае месяце. В мае месяце в Якутске, так что моста нету, отъезжая без Тихача, из Лены нету, то есть Якутск на другом берегу Лены, дорога с этой стороны. Она, наверное, большая река, да? Лена, да. Ну как, относительно большая. 15 минут воздушная подушка пересекает ее, она не 15 минут. Так, у меня уже заканчивается.
Якутии лух хватило на 8 часов. Но сейчас пошла зарядка. Солнце, видите? Заряжается сам. Ну это долго ждать, поэтому я и не лучше в аппарат. Thank you.
тебя нет интернета, не моя. Да, где мы находимся? Сегодня кто был? Шахунья? Да. Вот она, Шахунья, мы ее проехали. Сейчас вот здесь Кимга какая-то. Кто будет следующий? Кимга. А потом... Нижний. Наверное, на нижний. А что вы там смотрите? Да вот. Сейчас мы не проехали, а? Встали на все. А вот Шахунья. А дальше что? Дальше. Вот мы, да? Вот типа... мы. Туда, куда ехать, хрен его знает, с такими пассажирами. Как мы. Вот уж, наверное, по этой ветке пойдет, скорее. Ну что там? Урень. Урень? Урень. Урень. Ну, он в стороне. А другая какая еще? Вот это Ар... Большая Ария. Арта... Артамонова. Артамонова, вот на нее. Вот через Артамонова поедет. Там позвоните, скажите машинисту, чтобы это на Артамонова шел. Высадил. А? А после Артамонова что будет? Семен Семенович. Где Артамонова? Артамонова. Потом. Что написано здесь? Наташа. Что написано здесь? Семенова? Семенова. Артамонова, Семенова. Артамонова, Семенова, какая-то хрень, Нижняя. Ну, от Нижнего, по-моему, часов 6 еще до Москвы. Владимир после рядом с Москвой. Нижний Новгород. Да, там километров 100, по-моему. Ну, раньше высылали на 101 километр. Так недалеко от Москвы такой, да? Владимир, хороший городишко. Люди хорошие в основном. Владимир, это поди Вологодский край, нет? Нет, Вологда это Кострома, Ярославль. А это на восток. Москва, Владимир, Нижний Новгород. И прямо на восток, там и Самара, и Уфа, и Казань, вернее.